Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о мобильном штативе от компании Joby Griptight GorillaPod Stand. В отличие от других маленьких штативов, он имеет гнущийся корпус, что позволяет зафиксировать его практически где угодно. Но обо всем по порядку. Не так давно я рассказывал об объективе для iPhone, Holoclip, который действительно поднимает фотографии с помощью iPhone на новый уровень, ну а в паре с этим штативом iPhone может стать настоящим фотографическим инструментом. Сам Griptight GorillaPod Stand можно разделить на две основных части. Это сам штатив GorillaPod и крепление для вашего телефона Griptight Mount. Кстати, в официальном интернет-магазине Joby можете приобрести их раздельно. Теперь, когда он снова в собранном состоянии, можем остановиться на нем поближе. Итак, первое. Крепление для телефона вмещает большинство современных смартфонов, будь то iPhone 4s или Galaxy S3, а точнее все телефоны, чья толщина находится в диапазоне от 54 до 72 мм. Второе. Естественно, то, что телефон можно зафиксировать на штативе, уже само по себе хорошо, но важно также и то, как просто и удобно это сделать. И в этом плане у этого штатива нет никаких проблем благодаря удобной выдвижной конструкции держателя, которая позволяет надежно зафиксировать ваш телефон на штативе. Третье. Сам корпус GorillaPod Stand выполнен из прочного ABS-пластика, что гарантирует сохранность вашего штатива в течение долгого времени использования. Если отделить Griptight Mount от GorillaPod, то мы с легкостью можем прикрепить его к любому обычному штативу, благо отверстие здесь стандартное. Ну и сам Griptight Mount в сложенном состоянии, как вы видите, очень компактный. Также хочется отметить то, что GorillaPod состоит из более чем 30 компонентов, так что, как я и сказал в начале этого видео, его можно зафиксировать где угодно и как угодно. Ну а для тех, кому не хватает стандартной функциональности, компания Joby сделала еще две модификации. Это Griptight GorillaPod Video и Griptight GorillaPod Magnetic. Первая имеет измененную систему регулировки наклона верхней части штатива, специально для того, чтобы это можно было делать непосредственно в момент снятия видео. Ну а вторая получила намагниченные наконечники ножек, так как здесь, как видите, они просто прорезинены. Ну а теперь по традициям моих впечатлениях от использования. Штатив мне очень понравился, и при своей цене в $29.95 он отвечает всем моим требованиям. Ну а учитывая то, что он может быть и разноцветным, и тот факт, что на нем можно закрепить и обычный фотоаппарат, делает его просто бесценным подарком любому фотографу. Ну и на этом все, мне осталось только поблагодарить вас за то, что вы посмотрели это видео, ну а также попросить вас подписаться на мой канал и оставить комментарий. До новых встреч, увидимся!